Хей, гайз, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется BioShock. Ну, как сказать, поиграем. Я раньше в нее тоже играл. Поэтому как-то так. Сейчас быстренько я включу таймер, и мы с вами полетим. Про что это вообще игра? Ну, в принципе, пока будет начало. Я таймер включу. Есть ремастер, но я так подумал, эта игра лучше, чем ремастер, тем, что она более атмосферная, чем ремастер. Не игравший в шутеры, средний опытный крот в шутерах, сложный ветеран. Это хоррор, поэтому... Да. Плюс там враги постоянно усложняются в зависимости от уровня, поэтому сложность здесь очень сильно влияет. Mid-Atlantic. Они сказали: сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига. Как ни странно, они были правы. Так, у меня пока что очень сильно громко. Наверное, буду сейчас немного потише делать. Ты что-то жопа. Куда можно. Так, ну, пипец, чтобы вы понимали, скорость мышки двойка. Так, он-то получается тонет или нет? Да, он погружается в воду, смотрите. А нырнуть я не могу. Я не знаю, насколько оно громко, но у меня пока что, лично у меня она здорово громко. Поэтому звуки немножечко... Так. Хотя нет, давайте лучше так, оп. А, ни богом, ни королей, только человек. Это где? Это где такое написано? Ну да, текстуры, конечно, старые, но игра тоже, знаете, довольно немолодая. Это, если что, немножко элементов хорроров. Высказывай не Эндрю Райна. Злой человек. Да, нужно немножко будет... А ну-ка, если я... Настройки управления...
Но для игры единица довольно нормально. Ну, в меню она не очень. На 90 я могу. Это что только что было, блядь? Наука, искусство, промышленность. Эндрю Райан. Рычаг. Бетисфера. Сервисное радио. Так, давайте я немного по центру вам окно поставлю и смотрите. Мы погружаемся, так сказать. Уже 10-18 фунтов. Я Эндрю Райан, и я пришел, чтобы спросить у вас. Хотя давайте, ладно, немножечко громкость побольше сделаю. Значит, музыка на 6, эффекты на 7. Речь принять. А что-то еще есть? А. Разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне. Все принадлежит бедным. Нет, говорят, в Ватикане. Все принадлежит Богу. Нет, говорят, в Москве. Это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Восторг может стать и вашим городом тоже. Но в ремастере тут на самом деле этим водоросли. Типа немножко окно грязное, везде здоровые водоросли растут. Ну тут тоже типа окна такие грязноватые, но все же. Но маяк горит как адский огонь. Похоже, там самолет разбился. Мы посреди Атлантики. Как могло? Не знаю. Лучше убирайся оттуда, живее! Мутанты на подходе. Шутишь? Откуда тебе знать, что кто-то сюда идет? Потому что спускается батисфера. Значит, у нас скоро будут гости. Добро пожаловать в восторг. Да, ребятки, добро пожаловать в восторг. Это Биошок. Проходил ли я эту игру? Я проходил первую часть, я проходил Infinity. Еще минутку. Батисфера, батисфера поднимается. Джонни, тут повсюду включились сирены. Давай быстрее. Я не хотел мешать. Не трогайте меня. Отпустите меня. Оставьте себе мое оружие. Неужели новенький? Экран мигает. Не мог бы ты взять коротковолновую рацию? Не, все-таки очень громко. Уж
не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы провидению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. Спасибо. А теперь вперед. Нам надо перебраться повыше. Давай. Вдохни поглубже и выходи из батисферы. Я не дам тебе пропасть. Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Так, подождите, настройки. Управление. Раскладка. А выход из этого крана приведет. Не пойму. Идти к Терле. Пускай будет на Э. Присесть на Терле. Прыгнуть. Раскладка. Ладно. Это движение. Снаряжение. Дальше ближе, типа прицеливание. Следующий боеприпас. Перезарядка шифт. Выбор плазменного оружия. Ближе, ближе, ближе. Снаряжение. Огонь. Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Не пойму. Ладно. Взломать В. Использовать Е. Аптечка F. Кью не используется, да? В взлом. Подожди, ёж, где у меня буква Ё? Вот что стоит. Карта. Короче. Посмотрим. Видеокамера. Что это? М. Видеокамера. Если вас убили обитатели Восторга, вы будете воскрешены целым и невредимым в последней витами камере, которую вы посетили. У вас будет восстановлено некоторое количество здоровья и, по крайней мере, чуть-чуть Евы. Видеокамеры работают автоматически. Нет необходимости использовать или активировать их. Ну, блин, конечно, здесь мышка не очень работает, поэтому... Ладно, думаю, разберемся потихонечку. Восторг мертв. Великую цель что-то там направляет наша рука. Мы не ваша собственность. Мы не принадлежим Райну. Внимание! Всем батисферам перемещения запрещены. Мне вот не нравится это... Вот видите, оно неплавно движется. Оно как бы подфризит некоторый момент, поэтому не обращайте... Что это за херня? У меня такого раньше не было. Ну видите, вот полосочки. Проблемы со светом такого не было. Еще немного. Ну что, нравится? Будь любезен, не поищешь ли лом или что-то в этом роде? Эти проклятые мутанты заперли Джонни, прежде чем... Черт бы их побрал. Считают меня уродом! Да пошли они все! Что-то мне кажется, у меня какие-то в игре тут проблемы со светом. Нафиг!
ради восторга. Сигареты Осквальд Краб. Живые выступления каждый вечер. Сигареты не катаем. Не суди меня! Мой папа умнее Эйнштейна. Сильнее, чем Геркулес. И может зажечь огонь, щелкнув пальцами. Ты такой же, как мой папа, мистер. Нет, если ты не приходишь к саду собирателей, то нет. Все умные папы заряжаются в саду. Вот, видите, оно типа как едет. Подожди, а тут нету кнопки бежать, идти? Макет. Ритуал новел 1000. Мне кажется, я лучше поставлю в настроечках управление. Раскладочка, да? Чтобы ходить все-таки на... Блин, даже не знаю. Блин, было бы тут shift просто бежать. Было бы удобнее. А, ты используется. Ты используется. Z используется. Так, RPTTT, LPRZ. Z не используется. Все. Шоколадки, чипсы, это, короче, еда, она пополняет нам хпшку. Плазмиды. Плазмиды. Так, аптечка Ева. Электроразряд, напиток. Спокойно. Твой генетический код сейчас переписывается. Так что стой смирно, и все будет хорошо. Такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного? Адама. Слышишь? Пошли! Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Трус! И всегда таким был! С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка! Станет ангелом. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? А вот приключение между плазмидами. И рукояткой. Так, управление дверью сломатой. Правая кнопка мыши активировать плазмид.
закрыта. Надо идти, пока она не заполнилась. Ее стекла лопаются. У меня сейчас будет и такой же, походу. Рыба прыгнула. Нормально, а тебе как это? Так, подожди, пока ты не начал меня убивать, я должен посмотреть раскладочку, и раскладочку мне именно интересует от хил. Идти проблема, хорошо, сражение, Р, это перезарядка? А, дальше ближе, вон, что было у меня. Значит, идти, ну идти, ладно, тогда у меня не будет... Идти. То есть здесь, походу, shift не работает. Ну, красса, я имею в виду. Приблизить это, короче, прицеливаться на оружие. Так, оружие, оружие, оружие. Снаряжение это... Ага, колесо. Разное. Взломать V. Использовать E. Аптечка F. И на то, короче говоря. Я думал, тут внизу у меня будет все хорошо. Срать, что это? Только по... Я не хотел... Короче, на несколько раз у меня есть, в принципе, активка. Так, видите, уменьшает здоровье. Короче, сигареты вообще опасны в игре. Не советую. Тут нахера так пугать? Каша. И он живой. Потому что кровь идет. Вот он, а не обычен. Контейнер тоже обычен. Тогда валим отсюда. Передайте Райну, что мне очень жаль, я больше не буду. Нет, пожалуйста, пожалуйста, не на... Я неплохой человек! Не беги! Ну ты же зажарился. Не беги, он говорит. Я хилку использовал. Все-таки F это аптечка. А вот это и перезарядка, это перезарядка всего. Каев. Лифт на ремонте. Я понял, до свидания. Закрывайся, поехали отсюда. Все рушится, все ломается, все портится. Как я еще живой? Послушай, у меня семья. Коммерция, ненависть. Ты отрезали их от меня. Творчество. Если сумеешь отыскать их в дарах Нептуна, тогда, возможно, я знаю, сейчас ты, должно быть, чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете, но ты моя единственная надежда на то, чтобы вновь увидеть жену и ребенка. Отправляйся в дары Нептуна. Найди там мою семью. Умоляю. Некому будет спеть тебе эту песенку.
Все было, а не... Почему тебя нет? Почему это все сегодня, а не тогда, когда ты был таким теплым и сладким? Почему мамочка не может прижать тебя к груди и почувствовать твои зубки? О, нет, 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 нет! Но она тоже с трубой. Плазмиды все изменили. Они уничтожали наш разум и наше тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга, младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился. Понятненько. У тебя пуль нету? Плохо. Раз ты и правда попала, брата! Я же не дурак в конце концов! Я буду делать, что захочу! Это мой Адам! Хочешь по-плохому? Или лучше по-хорошему? Я могу и так открой эту чертову дверь! В последний раз предупреждаю! Ну, а он просто стоит там. Бал Маскара 1959 год. Открывай! В последний раз предупреждаю. Бреда! Газетный автомат. В последний раз предупреждаю. Бреда! Я вся такая клейная. Никто меня не захочет. Последний раз предупреждаю. Нам туда, но мы тебя не видели. Бреда! Открывай! В последний раз предупреждаю. Бренда! Эй, Бренда, ты не хочешь мне объяснить, почему у тебя вот уже 3 недели в стене уборной дыра, как от метеорита? Нет, я, конечно, не Шекспир, но все-таки пытаюсь руководить приличным театром. Ко мне приезжают из порта Нептуна, хотят немного развлечься, а тут эта вонь у тебя из выгребной ямы. Наведи порядок. В последний раз предупреждаю. Так, а тут вообще... Бреда! Странно, что на меня никто не напал. Я на самом деле ожидал... Тихо, да иди, настучи на меня! Мне усложни... Открывай! Я знал это. В последний раз предупреждаю. Лучшие вина, ликеры и пиво. Бреда! Место здоровое. Открывай! Тут для сотрудников. Чарли! Чарли! Куда ты делся?
хера она сильная? А что с это? Смотрите. Раньше такого не было. Так, лучшие вина, ликеры и пиво. Поверьте, деньги здесь очень пригодятся. Может быть, я не замечал. Надо будет старый плейлист посмотреть. Там, где я еще прохожу с помощью веб-камеры. Так, сигареты дают Еву, но... Сука, хп уменьшает. Мне просто аудиозапись интересно собирать и исследовать данное место. Еще один Новый год. Еще одна ночь в одиночестве. Я здесь, а ты в Гефесте, за работой. И как же я удивилась. Выпью-ка я еще. За Диану Маклинток. Самую глупую девушку в восторге. Настолько глупую, чтобы влюбиться в Эндрю Райана. Настолько глупую, чтобы... Что? Что такое? У меня кровь! Боже! Что это? Мать, они как-то... Вот они странно сделанные враги, то есть ты можешь убить с одного удара, но также ты можешь убить не с одного удара. То есть вот это оно как-то странно. А это походу та девчуля, да, которая тогда до этого нас нападала. Так, мне бы сохраниться и закончить. А, мужички ж выглядит как из этого. Я даже вот когда снимал первый раз эту игру, я обратил на это внимание. Как... Пупс, или как они, куксы называются в Fallout'е, не в Вегасе, вот это маленькие человечки. Что-то похоже. Осторожно. И будь любезен, опусти оружие на секунду. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички – носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим. Она просто шприц втыкивает, она там... Хер знает. Не знаю, давайте, наверное, на этом мы с вами будем заканчивать. На этой сцене. А, я не могу сохраниться здесь? Почему? А ну-ка, если я вернусь в туалет.
смысле дверь закрыта? Но я сохраниться не могу. Театр Рампа. Ладно. Заметьте, что он пропал. Ну что, в принципе, тогда мы с вами на этом и закончим. На театре. Прямо здесь, прямо на сцене. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.